бесценному наследию 20 века, которое еще будет много-много лет передаваться из поколения в поколение. И во многом благодаря таким настоящим, замечательным работникам культуры, в гостях у которых мы с вами сегодня находимся. Всем желаем крепкого здоровья, удачи, вдохновения и творческих успехов в вашей работе. И я хочу попросить всех, поднимитесь, пожалуйста, и давайте все вместе аплодисментами поблагодарим всех работников этого замечательного Дворца культуры и, конечно же, хозяина этого села. Спасибо им за их труд, за их мастерство. Все, спасибо большое.